20-й год был непростым. Как сказал бы Владимир Владимирович. Дорогие зрители нашего канала, не говорю пока подписчики, потому что это выходит у нас превью. И подпишитесь вы или нет, это уже на ваше усмотрение. Дальше годнота пойдет. Что ты сейчас сказал, я не понял. Итак, поздравления. Поздравляю, блядь. Поздравляю, мои хорошие. Подписчики и не подписчики, зрители нашего канала. Стыгата. У тебя брата. Так, сейчас я настроюсь на актерскую игру. Ты перемочил будешь? Нет, давай, я на серьезность настроился. Будешь по кусочкам резать. Ага, каждое слово. Дедушка, ты что-то сзади там, да? Что у тебя с глазами? Тоже как и бороды, а у них же как ты жжешь. Только лицо красное каждый раз, когда ты смеяться хочешь. Дорогие зрители нашего канала, это видео выйдет самым первым. И выйдет оно на этом канале с поздравлением от нас, вам. Наступает 2021 год. У каждого, возможно, поменялось что-то из-за 20-го. Потому что коронавирус, все дела, ты никуда не уезжаешь, ты сидишь дома. У тебя отменяются рабочие поездки, выставки, концерты и прочее. Поэтому давайте будем готовы к 2021 году, потому что, возможно, будет даже хуже, если перевернуть 21 наоборот, получается соси. Ой, дурак! Что так дедушку до инфаркта доведешь, а? Давай нормальное поздравление, нормальное. Ой, 5-й час, пишем, 20 секунд. Тьфу ты! Сейчас мы на 21-й, мы что-нибудь загадаем, такое эдакое, которое нужно будет исполнить, как бы, планы творческие. Есть очень давнишняя цель, это комикс нарисовать и выпустить хотя бы один, печатный, давай, 100 экземпляров, цель, сделать комикс и напечатать его на 100 экземпляров. Да, картины написать. Чем больше, тем лучше. Чем меньше, тем хуже. A few moments later. Извините, потому что не получается вас нормально поздравить, потому что вы что, правильно заслужили. Пока у нас дед спит, Бой. Дорогие друзья и зрители канала, поздравляем вас с новым 2021 годом и Рождеством. Желаем вам счастья, здоровья, ясного неба над головой, благополучия родным и вашим близким и творческих успехов. Супер. Ой-ой-ой-ой-ой. Поздравляю нас.